times. Сколько себя помню, я всегда любила выбрасывать вещи. Все началось с того, как я начала перебирать просто каждую вещь в своей комнате. Каждую книжку, каждую майку, каждую какую-то старую зарядку от телефона. И поняла, что очень многие вещи нам не служат, а иногда наоборот, это мы обслуживаем эти вещи. В какой-то момент я поняла, что это уже не просто про вещи, а какая-то целая жизненная философия. И я начала прощаться не только с предметами в комнате, но стала говорить «до свидания» людям, с которыми мне было неинтересно. Прощалась с ненужными установками в духе «нужно быть хорошей». Может быть, как-то она помогла мне пережить детство, но во взрослой жизни она точно мне ничем хорошим не помогла. И все это так освобождало, на самом деле. Было ощущение, что я просто схватила эту свободу за хвост, и у тебя есть только два пути — или удержать ее и пронести через всю жизнь, или просто попрощаться. Но тогда хороший вопрос, что придет на место нее. Вообще, мне кажется, что наше поколение росло в очень сильной несвободе. На нас постоянно давили в семье, потом в школе, в универе. «Делай то, не делай это». «Будь таким, не будь таким», «покупай то». Все эти истории родственников, которые постоянно спрашивают, когда ты выйдешь замуж, как будто это какой-то обязательный пункт программы. Я помню, как в детстве я с особым трепетом наблюдала за папой. Он тогда работал спортивным журналистом и постоянно ездил на всякие такие ивенты. И когда в 2000 году он вернулся из Австралии с Олимпиады, он привез мне талисманов игр, и они стали настоящими талисманами по жизни для меня. Это были просто неприкасаемые игрушки, которые просто служили напоминанием о том, в какую сторону я иду и кем я хочу быть. Очень быстро стало понятно, что спортивная журналистика совсем не мое, и поэтому моя надежда поехать на игры умирала просто с каждым днем. Это все длилось до тех пор, пока из каждого утюга не заговорили про Олимпиаду в Сочи, про то, что туда набирают волонтеров. И я помню, я просто в каком-то коматозе заполнила анкету, а потом мне пришло письмо о том, что волонтером меня туда не взяли. Наверное, на этом я должна была бы закончить эту грустную историю, рассказать о том, что мечты не сбываются, но я продолжила подавать заявки везде, где могла, и уже через год я улетела в Баку на европейские игры, а потом улетела в Рио, потом улетела в Корею. Игры — это про огромное количество друзей повсюду. Это тоже про большой профессиональный скачок, потому что ты оказываешься в среде, где все непонятно, никто не знает, что делать, ты в незнакомой стране, а фигачить нужно здесь и сейчас. Я много раз работала тим-хостом хоккейных команд. Наверное, именно благодаря хоккею я очень прониклась финской культурой или иногда ее отсутствием, потому что я очень много раз работала именно со сборной Финляндии. И это всегда про тридцатку здоровенных мужиков, которые горланят финские песни в раздевалке. Но это еще и про то, что ты такая же часть команды, как и они, и даже медали после турнира у вас тоже общие. Любовь к финской команде по хоккею однажды привела меня в Хельсинки. И я тогда еще не работала в туризме, ничего не знала про страновой брендинг, имидж, дестинации и все такое. Но уже тогда я почувствовала, что что-то там не так, как в других местах. Чтобы понять, что же это не так, я тогда, помню, ухватила брошюрки и карты всякие из туристического офиса и потом еще очень долго их пересматривала. Я помню, что я постоянно копала глубже и пыталась разобраться, почему люди ездят в поездки в одни места, а не ездят в другие. Был период, когда я все свои наблюдения и идеи пыталась перенести на Беларусь. И, как мне кажется, тогда мы сделали много чего классного и интересного в плане продуктов. Возможно, тогда не все это поняли, но
Как минимум, равнодушных не осталось, и точно у каждого было свое мнение. Я уверена, что еще будет время для меня, когда я смогу сделать много полезного для Беларуси. Меня всегда захватывала идея поездок куда угодно, и причем совсем даже не важно, это может быть поездка даже в соседний город. Путешествие — это все про свободу и про отпустить, потому что ты, конечно, можешь все забронировать и попытаться все спланировать, весь свой маршрут, но в поездках всегда что-то идет не так, и в этом их прелесть. И ты или принимаешь это и доверяешь Вселенной тому, как все складывается, или расстраиваешься и постоянно хочешь домой. За последние 2 года я жила в 4 странах, и, наверное, в каждой я почувствовала себя родной, и в каждой мне было уютно и хорошо по-своему. Мне кажется, я уже потихоньку становлюсь таким гражданином мира, где куда ты не поедешь, везде классно и здорово, потому что ты везде себя берешь с собой, и это самый главный багаж, который ты можешь взять.